Продолжаем черно-зеленую колоду улучшать. Так, я положил сюда, ну, скрафтил, положил сюда пару эквипментов, которые дают флайинг. Тухопатра сидит обычно, ничего не делает. Так она будет хоть куда-то бегать. Так, надо еще что-то повыкидывать. Так, вот это я хотел выкинуть штуку. Так, ну вот этот тут как бы зря лежит. Ну там еще он в руку возвращается всего лишь. Так, берем его. Так, а что мне надо? А можно третьи крылья вообще-то добавить? Вот Torment of Venom можно убрать. Токен. А картуш вернуть один. А, Голду Димайс еще у меня второй есть. Давайте второй возьмем. Ну как-то так. Посмотрим, что получится. Тут предыдущую играл, и там были вампиры. Ну, Хопатра не успела перехватить инициативу. Так, опять она в руке. Хорошо. Оставим. Так, интересно, можно найти вообще сразу эту красную. Но магмарота на руках нету, поэтому найдем, наверное, черную. Зеленую. Так, теперь у нас как раз есть движок. А, ну это не движок, это скорее одноразовая. Ну ладно, тоже вариант. Так, а там селесня, типа котики всякие. Так, ну и что? Что это будет? Это будет кот. Берем.
нет атакеров. Конец круга. Так, сделали змейку одну. Уже что там? Еще один котик. А теперь я его пожертвую за горку. Так, есть у нас дриада или думфол. Так. Чуть не знаю, думфол тут вообще-то да бессмысленный как бы получается. Так. Наверное, сначала сходить в атаку. Сколько у меня вообще маны? Раз, два, три, четыре, пять. Пять маны будет. Пять маны. Но это все равно что-то одно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да вот этого и сыграю. Похоже. Пусть плодится пролинга. Так, ну все почти что есть. City of Blessing. Так, они потом будут плюс 2, плюс 2. Короче, плюс 3, плюс 3 3-3 сопролинги будут. Как это обычно бывает. Понятно, все плохо. Так, пошел в атаку. Ой, зря ты пошел. Ой, зря. Так, на. Так, с другой стороны, допустим, проходит. Сейчас он пожалеет об этом. Блин, вот еще бы эта штука не развернулась, было бы замечательно. Так, можно мне как-то ее похоронить? Видимо, нет. Видимо, нет. Так, ладно, тогда картуш кладем на кого-нибудь. Примерно Сталинга. Так, вот сюда. Кстати, там же кот, когда прошел, он мог землю развернуть. Так, все, он даже не стал. Даже не стал сопротивляться. И я получаю бустер. Ривлс. Ух ты. Птица Воросов. Офигенная, 2-2 флайнг с Минейсом.
Динозавр. Все круто. Так, пойдем смотреть. Вот, кстати, раньше в клиенте отображались, что тут паки имеются не открытые, а сейчас не отображают. Так, что у нас есть? Один коммановый вилдкарт. Так, гоблин с Асте. Он такой лежит в этом, в боросовской колоде. Раска релик. Так, можно ее взорвать. Получить 3 жизни. А, и взять карту. Если есть благословение города, ну... Не знаю. Что-то такое странное. Хотя вот на всяких, если там какие-нибудь комбинашки, что артефакты поднимать с кладбищем, ну, такого пока вроде нельзя. Так, он имеет флеш, пока я контролирую мир фолка, вернее, включу в руку, возьми карту. Это что, Blizzard 5-3? Просто тупо. Вот тупо просто. Даже и никто про него ничего не знает, ничего не написано. А, ну может быть там был какой-то художественный текст, но тут что-то его вообще нету. Получается, на картах. Так, это что? Если существо умирает, то сделай, значит, это сокровище. Сокровище. Ну вот его, кстати, можно посадить в деку на Хапатре. Тоже неплохо. Так, Flood of Recollection. Ага, поднимать свои инстанты и сорт через кладбище. Ух ты, динозаврик. Нормально. Неплохо так. Неплохо. Немножко все не то, но неплохо. Не то, что хотелось бы. Так, что-то я хотел. А, вот что хотел посмотреть. Земли. Хочу посмотреть земли. Есть же черно-зеленые земли какие-то. Ну, в смысле, вменяемые, а не просто. Ну, это так. Не совсем то, что хотелось бы. Ага, черно-зеленых земель в принципе нету, каких хочется. Так, что тут еще поменять? Так, чупакабра. Чупакабра. Ну ладно, пока все-таки оставим все как есть. Так, а что я выкинул? А, что-то выкинул. Давайте добавим что-нибудь.
Ну, кстати, этот зимок неплохая штука. Вообще-то. Что-то его прям так захейтил. Так что песь хорошую еще. Так, гидра за 6. Да не, вот взять этого действительно Кодзимока. Да и все. Все-таки что-то я не понял, а что там выкинул-то? Какую-то карту же выкинул. Ну и что? Что тут у нас? Крокодил, магмарод, чупакабра. А. Так, все такое хорошее. Не знаю, всего две маны. Лучше мулиган. Так, смулиганился Дехопатры. Ну, без черной маны. О! Отлично. Отлично. Ну, могло быть еще лучше. Пока всего только одно существо. Там, наверное, что-то черно-синее будет. Судя по хитрым манипуляциям. Ну, кстати, стратегическое планирование. Неплохо, неплохо. Так, теперь можно будет картуш на нее посадить. О, там красно-синяя. Вон что. Так. На саму же себя на минус каунтер будет раскладывать. Правильно. А, ну ты как бы я могу, но по умолчанию целить ее, да? Сейчас будет эпик фейл. Мне ее снесут единичным уроном. Там в любом случае.
Так считай, она оставила после себя змейку. Так. Допустим. Штуку не взял ее. И хорошо. Что там будет в ответ? Counterspell. Так, я вот не знаю. Но он мне по-любому змейку сносит потом выстрелом. Поэтому, наверное, все-таки ей нужно атаковать. Хотя бы жизнь полечит. Так, мне надо вторую черную. Еще лучше просто ману. Ну вот это вот 6-5. Это, конечно, не очень хорошо. Так, вторая черная. Отлично. Живем. Спасибо, контра. Зашибись. Круто просто. Тогда все, фиаско. Похоже. Крылья пришли. Так, так, так. Не знаю. Придется просто тупо отбиваться. А, вот что надо. Пол выкинуть. Где там Экзайл-то? Champion of Wits. Надо эту картоночку где-то заполучить. Все это слив. Сразу было понятно. Так, ну все
все равно пытаемся. Так, Doomfall надо убрать было. Убрать Doomfall. Другой вопрос, что вместо него положить. Так. Ага, вот это уже интересно. Интересно. Так, а что же мне находить? Зеленую все-таки надо находить. Да, найду лучше зеленый. Лучше паука собирать. Лучше уверенно сыграть паука. Раскладывает повреждения на существ в виде -1/-1 каунтеров. Так. Если я пойду в атаку. А, ну он при нанесении комбо дэмэджа только 1/-1 кладет. Даже если ему атаку раскачать. Ну, тоже неплохо. Так, вот это уже интереснее. Это уже интереснее. Нужно будет инстантом разложить. Сходи сначала в атаку, пожалуйста. Причем вот этой штучкой.
Так, когда твое существо эксплорит, когда... Хорошо. Что-то я не знаю. Машинку уже... Машинку уже не остановить. Курс. Да, паук стал резко каким-то очень сильно злым. Очень злой паук. Так, а это мы пристукнем чупакабру, наверное. Да, паучок, конечно, просто адски разожрался. Не по-детски. Жалко, нету красной маны. Так, а что еще можно сделать? О, можно 2 минус 1 минус 1 на кого-то положить. Например, на машинку. Неожиданно. Так, есть вот планк. Конец хода. Быстро, ну чё так машинку боюсь?
Причем задумал много-много раз проэксплорить что-то. Поэтому придется сколько, чтобы заминусить. Ну, это не страшно. Так, ну где там машинка-то? Что с машинкой? Вот машинка поехала. Да блин, она три. Кстати, а почему? А, тут только когда сорцили. Так, существо получает минус 2, минус 2. Так, ну подумать. Взрываю я за 4. Так, не хватает. В принципе, на машинку можно забить. Чего уж так она мне не нравится. Главное, что птицу вынесли. С другой стороны, ему меня залетывать там очень проблематично. Так, а тут что я его могу? А, плюс 3, плюс 3. Вот эту надо было сделать. А, ну, все равно бы не выиграл еще. Сможет одну чарку убить, допустим. Так, 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 так. Так, если дам ему плюс 3, плюс 3, он будет 7, 10. 7, 10. Картуши берут 6-9. Он меня не убивает вроде. А, трех зеленых мант у меня нет. Трех зеленых ман у меня нету. Так, так что он мне сделает? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поставлю флайера. Ну, флайера может вынести вот этой своей фигней. Мне надо проатаковать, наверное. Там может повернуть, сделать машинку, поставить машинку.
Главное сейчас правильно как-то. Этого не надо убивать. Как-то так. Нет, надо было машинку грохнуть. Лучше. Ну, зря, конечно, сделал. Что поделать? Сейчас мне убью птичку. Может быть, и не убьют. Если такое деление мана, то тогда сразу выиграл. Приходит черная. Ну, приходит черная. Так, тут у нас что? Остается надеяться, что ему эксплорящее существо не пришло. Так, что там? Так, почему я не вижу, что он видит? А, это он только видит. Да, блин. А, ну он сам-то не эксплорит. Так что... Так что чудо не получилось. Он меня сейчас не убивает, а я его залетываю насмерть. Иногда им не везет. Вот такие штуки. Ну, крашен канопи. Так, взять.